Очень простой рецепт вкусного печенья на основе кокосовой стружки. На вкус как печенье кокосанка, но без использования яиц. Хрустящее снаружи, мягкое внутри, для любителей кокоса, просто находка. Ниже я дам пошаговое описание, как приготовить кокосовое печенье без глютена. Для приготовления используется только немного рисовой муки, поэтому печенье не содержит глютена. Вместо вяленой вишни можно добавить любые другие ягоды или кусочки шоколада. Кокосовая стружка – 1 столовый кон. Вяленая вишня – 1 дробь 4 столовые кона. Рисовая мука – 1 дробь 4 столовые кона. Сироп топинамбура 8-9 столовые ложек. Рисовое молоко 4-5 столовые ложек. Количество порций 4. Подготовьте все ингредиенты. Смешайте 6 ст. Ложек сиропа топинамбура и 3 ст. Ложки рисового молока. Добавьте кокосовую стружку, рисовую муку и вяленую вишню. Хорошо перемешайте. Затем добавьте еще 2-3 ст. Ложки сиропа и 1-2 столовые ложки молока. Тесто должно быть липким, пластичным и хорошо кататься в шарике. Уберите тесто на 15 минут в холодильник. Скатайте шарики. Выпекайте печенье 12-15 минут при температуре 180 градусов. Кокосовое печенье без глютена готово. Приятного аппетита!